Сегодняшнее образование готовит квалифицированного потребителя. Образование полностью надо менять. Нужно пересматривать законы, возвращать классиков. Финансируется, к сожалению, абсолютно недостаточно. Статус школьного учителя крайне низок. К образованию готовят потребителя, который умеет брать кредит, но не знает, зачем это ему, и не думает о том, как будет расплачиваться. У нас учебные заведения перестали воспитывать человека. И учителя сегодня часто являются гастарбайтерами, которые просто не могут найти себе работу и начинают учить, плохо говоря, по-русски. Статус вузовского преподавателя очень низок. В отношении образования я консерватор. Я помню, как я училась в школе, и я считаю, что тогда вот мое поколение – это самое образованное поколение. Так не может быть ни в одной уважающей себя стране, чтобы, там, скажем, вузовский профессор не имел достаточно средств, чтобы прокормить свою семью. Я считаю, что нужно, конечно, больше зарплату учителям. Немецкие фашисты, которые готовили план ОСТ и включили туда соответствующие стандарты образования, они радуются, что их политика торжествует в сегодняшней России. Я знаю хорошо географию, я знаю хорошо историю, я знаю астрономию. То есть приятно быть образованным человеком.